Аховые. Началось тоже с чего? Началось, в принципе, так сказать, даже не с авторской песни. Началось раньше, просто я запомнил эту реакцию. Когда собирается компания, не свои друзья, а вот так вот, ну, пришли там где-то как-то там поработать. Ну, то есть, в общем, короче, кого-то я знаю, кого-то нет. Ну, и, соответственно, начинают люди потихоньку знакомиться, узнают, что я врач. И когда уже, так сказать, градус поднимается потихонечку за столом, чья-то жена говорит: а мой муж хорошо играет на гитаре, между прочим. Тут полетела гитара, раз к нему, и чему-то человек обязательно берет гитару, смотрит на меня лукаво и начинает: если я заболею, к врачам обращаться не стану. Ну, в общем, короче говоря. И явно, так сказать, вот раз так спели в одном месте, в другом месте абсолютно не сговариваются, ну, как по одному сценарию. Дежавю идет и все. Интересно, надо на это как-то ответить. Вот, тем более, с учетом нашей политики на профилактику. И я ответил: если ты заболеешь... заболеешь, ты, конечно, не станешь обращаться к врачам, как бы кто не хотел. Этой фразой меня ты врасплох не застанешь. Знаю я эту песню, сам не раз ее пел. Ох, опасное дело жить в плену аллегорий. Не витаю в облаках, вернись, все прощу. Кроме сосен в тумане есть еще крематорий. Если вдруг заболеешь, обращайся к врачу. Поезжай за туман, прокопчи снег ногами. Только все ж постарайся ноги не промочить. Не измерить здоровье ни на вес, ни деньгами. Легко потерять и, увы, не купить. Песни пою костра, полной грудью вдыхая. Кольный запах тайги, впрочем, что я учу. А в одном лишь прошу, не прошу, заклинаю. Если вдруг заболеешь, обращайся к врачу. Ну, а если не станешь ты к врачам обращаться, приумножишь ты зло на земле во сто крат. В барду станут с тоски все врачи превращаться. Она купит гитар и прощай Гиппократ. И тогда уж держись, пациент разлюбезный. Я, увы, не шучу. Вот тебе мой секрет для здоровья полезный. Если вдруг заболеешь, обращайся к врачу. Если вдруг заболеешь, обращайся к врачу.